давайте пока не... Собрали. Чух, ну это долго рассказывать. Это самая большая, по-моему, литературная книга. Ребята, вы сейчас? Я еще не знаю. Я еще в этом качестве только 2 часа. Так что я еще не знаю, что будет. Я думаю, что если мы бросим делать свое дело, может, будет еще хуже, как там апостола Павла. Горе мне, если я перестану проповедовать. Да? А что касается антизападничества, которое особенно в России сейчас, да, я считаю, что это уйдет. Уйдет вместе с сегодняшними лидерами. Нет этой ненависти в народе. Ни в русском, ни в белорусском народе нет ненависти к Западу, к Европе. Это все такая пена, которая создана политиками. Но единственное, что вот в таком промежуточном времени мы будем жить еще долго. Мы слишком были наивны в 90-е годы, это я говорю о себе, потому что здесь много молодых людей, когда думали, что вот раз, и тут же мы станем свободны. Всем казалось, люди прочитают Солженицына, и тут же станут чистыми, и тут же станут... А люди каждый день кого-то убивали в подъезде, да? Вот. Так что я думаю... Самое тяжкое наследие, которое осталось от социализма, это, в общем-то, человек, травмированный человек. Потому что лагерь развращает и палача, и жертву. Пожалуйста, возьмите цветочки. Мы так не можем вам донести. Поехали, пожалуйста, тут не слышно ничего. Я сейчас машину подгоню. Я бы хотела, чтобы у белорусов была гордость, потому что это же не я одна сделала, это мои герои, мои родители, мой дед, прадед, который учился вместе с Якубом Колосом. И я не принимаю, что это лично мое только. Я очень рада. Что будет на предстоящих выборах? Ну что я думаю? Я думаю, что мы знаем, кто победит. Победитель известен, потому что народ испугался войны, испугался того, что на Украине случилось, в Сирии теперь. Знаете, война – это страшно. И наш народ, по-моему, до последнего не хочет брать оружие в руки. И я рада, потому что я тоже не сторонник революции, но я думаю, что еще долго, еще свободны мы будем не скоро, к сожалению. Мы не скоро. Мы очень маленькие, мы зажаты со всех сторон. И, в общем-то, мы не богатая страна, это много проблем. И мы очень разрознены, каждый сидит у себя в своем домике и не хочет выходить. Вот украинцы, видите, какие они оказались. Они вот такие оказались. А что может заставить белорусов? Ну, я даже не знаю. Но вы знаете, все-таки... Ой, как это выйти на улицу, но чтобы не стрелять? Вот я не знаю ответа на этот вопрос. Или это мудрость, какую проявляют белорусы? Или это все-таки... Или это все-таки страх, который в нашей жизни? Не знаю. Не знаю. Я, к сожалению, близких перемен не жду. И поэтому, мне кажется, надо спокойно, тихо делать свое дело. Другого пока у нас выбора нет. Позвони, Маша будет рада. Да. У вас такая машина. Что значит, владелец тут байдет, да?